Цены на земельные участки в Барнауле с 2020 года существенно выросли. По оценке экспертов, с момента начала пандемии цены на участки увеличились от 30 до 70%. Стимулом для увеличения спроса на землю стал введенный локдаун, когда людям тяжело было находиться в заперти в квартирах. Далее произошел рост цен на недвижимость в целом, и земельные участки стали более привлекательными для множества барнаульцев, рассказал эксперт по недвижимости Сергей Русаков. Если на тот момент дачи и участки можно было покупать за 300 тысяч рублей, то сейчас, зависит, конечно, от локации, за эти деньги купить практически невозможно. К примеру, в прошлом году в районе Власихи можно было покупать участки за 400, за 500 тысяч рублей. Сейчас участки стоят под миллион. Даже в том моменте, что нет, к примеру, подвода электричества или воды. И цена, она выросла не только именно на участке, но и под дачи. Потому что некоторые инвесторы или строители покупают простенькую дачу, но они рассматривают землю как под застройку. А цена не сильно отличается там с постройкой дачного домика и просто голый участок. Сейчас застройщики вообще по России стали рассматривать направление не только застройки многоквартирных домов, а именно застройки малоэтажности. То есть это постройки домов. Сергей Русаков подчеркнул, что на сегодняшний день для инвестиций выгоднее всего покупка земли под строительство, а покупать участок с целью дальнейшей перепродажи – не самый удачный вариант. Анастасия Войцеховская, Бизнес FM Барнаул.